Скажите, почему, на ваш взгляд, в последнее время очень часто стала всплывать тема Второй мировой войны, борьба с нацизмом и так далее? Не кажется ли вам, что это манипуляции? Ведь у народа, пережившего столь страшные потери, пробивает любую логику слова «фашисты» поднимают голову. Вы не советский человек. Опять же, подловлю вас на вашем слове. Сейчас никто не говорит о Второй мировой войне. Сейчас говорят об Отечественной войне. Второй мировой войны не было. И Советский Союз якобы воевал против Германии, против Гитлера один. Когда вам последний раз рассказывали о героях Второй мировой войны в Соединенных Штатах, в Великобритании, когда мы знаем только о героях Советского Союза, а то, что мы воевали единой семьей, единым фронтом, разве вам об этом говорят сегодня? Да и в Сегодня? советское время не говорили особо. Ну, в том-то и дело, потому что сегодня продолжается советское время, потому что сегодня существует только советский большевистский патриотизм, а это и есть пропаганда. И сегодня все рассказы о Советском Союзе, о Второй мировой войне — это все та же пропаганда.